тебя слышу. Катя, ладно, сейчас разберемся, давай посмотрим сюжет. Он здесь очень важный. Будто бы это. Какой-то левый человек пришел. Ты как будто в каком-то концертном зале поешь. Так, открыли двери. Убить охранников. Так. Как открыли? Так, открыла быстро дверь, шалава. А может нам вдвоем надо сюда встать? Давай. Прыгаем. Во, во, правильно, всех надо убивать. Так, так, нет, нет, нет. Сдохни, мразь. Так, ладно, нам надо найти то, что мы должны искать. Логично. Глянь, что происходит. Что это за... А тут, короче, этого будет много, смирись с этим. Давай, мы его в дверь должны запихнуть. Давай, иди туда. Хранилище искать. Отойди, отойди. Вот, видишь, он должен был открыть. Ой, да, он... Ой, тупой. Вот, всё. Блин. Прекрасно, сейчас. У тебя игра не нависла? У меня вертолет туда-сюда летает. Блин, сейчас вступить в игру, миссию необходимо начать заново! Не издевайся! Катя, я загрузила автосохранение. Ну и что ты там сохранила? Ничего. О, автограф можно дать. Ой, я ничего не убила. Нам надо достать. О, папа! Катя, ты такая брутальная, ты какая-то из Black Star Mafia сбежал. Что надо делать? Куда? Стреляй в самолет! Индийское кино. Ты жопа с ручкой. Мистер Миллер, hack into the Saints accounts and leave them nothing. Счета обнулили. Ну бывает. Тут такая музычка. What the fuck does feel boss mean? You don't. Нам еще пушки надо купить. Ай! Катя! Шлинкли! Подождите! Катя! А, вот, смотри. Да, Катя! Отстань! Катя! Не ломай мне мотоцикл! Нет! Ой, стой, дура! Смотри прикол, короче, садись за руль. Только не езжай пока. Поехали. Смотри. Тут еще можно на руки встать. Катя! Катя, что ты? Серфинг! Дратути! Дратути! Меня посмотри.
Меня здесь нет. Хорошо, Аня, все в порядке. Аня, а ты на другой стороне, как мне к тебе... А, вон мост, я вижу. Я такую, кстати, классную тачку нашла. Катя, у меня проблемки. Боже, какой-то гоголь получился. Боже мой. Мне он в мрачных кошмарах снится. Блин. Да, Аня, давай уже показывай, что у тебя там получилось. Нет, я просто развлекаюсь с этими. Куда ты пошла? Я просто вышла. Борцуха, братуха. Катя, спускайся по лестнице. Я спускаюсь. Сейчас сюрприз будет. О, починик. Фига себе. Видишь, какой у меня стильный пакет? Ой, просто ворчит. Ну, тупо ворчит, Катя. Я спасу тебя. Аня, у нас проблемы. Я в курсе. Давай, держи оборону. Да, блин, держи. Тут один чувак в воздухе лежит, другой на одном месте идет. Иду. Аня! Нет, не иду. Я не знаю, куда я. На базу приехала или чё это. Короче, Чё? Махалка? Господи. Что такое? Я приблизилась к тебе. Такая... Кошмар. Is what I got. Все в порядке? Да, тут поют они. Я сделаю Андерс тихо. Тот чувак, с которым он за мной бегал, он куда-то ушел. Он ушел! Я 3 часа персонажа тянула, он просто... Ну ты, Алёша. Сейчас я быстро заеду домой. И все будет хорошо. Я как будто из психушки сбежала, я в курительной рубашке. Тебя батя пойдет наказывать. Очень глубоко наказывать.